Ну что ж, дорогие друзья. Молодец, спасибо. Конечно же, хотелось бы закончить песней, спасибо, которая каждый 9 мая звучит, но мы все-таки сегодня вспоминаем тех, кто остался здесь, вот на этой поляне, остался на этой земле в далеком и таком близком 42-м году. И пусть то, что мы сегодня с вами здесь находимся, будет им самой главной нашей с вами памятью. Кажется, порой, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. До сей поры с времен тех давних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день, и журавлиной станет, я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес, по птичьи окликая, всех вас, кого оставил на земле. Кажется, порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.